Друзья, всем привет! Магазин «Светофор». Летом особенно актуально, время отпусков, многие выезжают на природу или на поезде едут, вот такую лапшичку по 38,40. Хорошая цена, и картофельное пюре по 19,40, везде уже намного дороже. Лето называется «Милославская», со вкусом курицы по-домашнему. Отличный ценник. Друзья, сегодня привезли квас по великолепной цене. Хороший квас живого брожения. Объем целых 3,5 литра. Желтая бочка называется. Я покупал уже в других магазинах. Хороший вкусный квас. Так, в составе ничего лишнего. Вода питьевая, сахар, солод, ржаной, ячменный, хлеб, пекарные дрожжи. Цены такой я нигде не встречал. 106,90. Вот этот матрас Bestway. Покупал в «Светофоре» в прошлом году. Цена отличная и хорошо себя показал. Раз 10 на нем спал, еще на море съездили. 812 рублей. Здорово. Нужная вещь. И относительно недорого других магазинов. Казан с крышкой алюминиевый. 1075 рублей на целых 8 литров. Мне подписчик писал, что вот эти палочки твороженные, фрумелье называются, очень вкусные. В этот раз вот с кокосовой стружкой. Я попробовал. Действительно отличные. В составе на первом месте творог. Молоко восстановленное, масло сливочное и так далее. Я приближу максимально. Тут состав достаточно длинный, но я думаю, иногда можно. Вкусный, с чаем и просто так. И ценник для десерта вполне устраивает. 97,40. Вот этой алюминиевой сковородкой с антипригарным покрытием пользуюсь уже несколько месяцев. Вот привезли в магазин еще. Думаю, возьму нормальное. Не царапается. Толстостенная, ценник вполне хороший. А для детей можно в «Светофоре» совсем недорого купить вот такие замечательные наборчики. Ведерко, лопатка, грабли и лейка. 257,80. Отлично. Казалось бы, странная смесь риса круглозерного и пшена. Оказалось очень вкусная. Советую, попробуйте. Ценник великолепный. Всего 39,40 за 5 порций. Отлично. Друзья, вот эти огурчики корнишоны в «Светофоре» покупал уже не один раз. Отличные, вкусные, хрустящие, с прозрачным маринадом, рассолом. В составе ничего лишнего, пряности чувствуются. И ценник меня устраивает вполне. 105,90 за 720 грамм. Всем удачи, до встречи, пока.